Без лишних слов. Вагер-матч против Дмитрия Тонева. Мой принципиальный соперник и лучший друг. Поехали. С вас лайк, подписка. Погнали. На самом деле ничего удивительного. Дмитрий забил 22 гола. 21. Мне нужно забить 22 гола, чтобы выиграть. Это практически нереально. К тому же, как я играю в FIFA, не самым лучшим образом. С Дмитрием договорились играть именно легендами. То есть можно поставить легенды в состав. И сегодня мы играем в составе 85 на 108. То есть у него 85 на 109, у меня 85 на 108. Вот так выглядит мой состав. Защитник Кэмпбелл, к сожалению, никак не помог мне в атаке, но это ничего страшного. Но у меня есть Ташаев, это легенда канала, которая уж точно как бы будет показывать то, что он не просто так здесь. Также Бекхэм и Райкер, в принципе, я думаю, состав сильный, и им, в принципе, можно выигрывать. Но это будет сделать очень тяжело, к тому же, кем? Дмитрием Тоневым, конечно. Но уж давайте начнем. И чтобы вы точно убедились, то, что он забил 21 гол. Состав у нас весь одинаковый, у него теперь на 109. Вот. Он каждые 2 минуты, а то и каждую минуту забивал гол. Тем самым он забил 21 гол. Это вообще как возможно? 21 гол. Одинаковыми составами. Это будет тяжело, и практически, скорее всего, процентов на 50 я проиграл. Но я буду надеяться на победу. Так что, поехали. Как дела? Это новый Кадиллак. Не до тебя, я еду отдыхать. В моих карманах дырки, деньги где-то потерял. На мой зад везет новый Кадиллак. Это новый Кадиллак. Не до тебя, я еду отдыхать. В моих карманах дырки, деньги где-то потерял. На мой зад везет новый Кадиллак. Машину и лечу быстрее ветра, стоп. У меня же ее нет, да ладно, не проблема. Открываю в банк двери и пишу заявление. Мне одобрили кредит, там са-па-па. Как дела? Друзья, посмотрите, купил Кадиллак. Вот дурак, а где деньги взял, что почки продал? Да не важно, погнали на дачу, обмоем тачку. По дороге объясню, как повернулась неудача. Твоя гнилая тусовка завела меня в тупик. Мои белые кроссовки испачкались тот же миг. Тебе нужны комплименты, но ты недостойна их. Если твое имя крыса, прости, нам не по пути. Ты же никогда не посмотришь на такого, как я. Сними свои Gucci линзы за 1к из ларька. Я закончил ПТУ, ушел после 9-го. Но в твоих мечтах лишь только Балтика 9-ка. Как дела? Это новый Кадиллак. Не до тебя, я еду отдыхать. В моих карманах дырки, деньги где-то потерял. На мой зад везет новый Кадиллак. Как дела? Это новый Кадиллак. Не до тебя, я еду. Короче, я не знаю, я показал свою лучшую игру. Срал 16-21, чуть-чуть не хватило, 5 голов. Ну, это моя лучшая игра, это моя вообще лучшая игра вообще из всех моих КМФ. Видимо, я играл реально с ботом. Поэтому Димас сейчас с победой в этом кубке. Он получился очень короткий, веселый. Ждем настоящего, нормального, основного кубка на Бенфика, который пройдет летом. Я думаю, летом, к лету проведу сам. Но, видимо, Димас реально бот, потому что за 45 минут 21 гол вообще нереально. Это каждые 2 секунды надо гол забивать. Ссылка на его канал в описании, подписывайтесь на мой, комментируйте и всем пока. Кстати, это матч за 3-е место на канале Яса и Боярка вышел тоже в описании. Вы реально вдумаетесь, ведь максимум, сколько я забивал голов на КМФ, это 15 как раз с Ильясом. То есть я за этот КМФ побил свои рекорды по голам. В первом матче с Ильясом, сейчас с Тонем. Но, к сожалению, мне этого не хватило, потому что Димасик очень долго играет в FIFA. Но я, конечно, дольше. Но у него, видимо, какая-то там сфера какая-то работает в голове, когда на какие-то матчи он умеет настраиваться. Также в матчах Дэйвка Сил он тоже вроде не очень хорошо играет, но настраивается и просто выдает шикарный матч. Поэтому все, с победой.